Таразе открылся аутизм-центр «Асылмирас». Там дети с расстройством аутистического спектра смогут получить помощь абсолютно бесплатно. Тараз стал 10-м по счету городом, в котором заработал аутизм-центр фонда Булата Утимуратова. Только родители детей с расстройством аутистического спектра, или коротко РАС, могут понять, насколько сложно получить квалифицированную помощь. Государство предлагает лишь услуги на базе кабинетов психолого-педагогической коррекции или на уровне городских поликлиник. Однако методы поддержки детей с аутизмом все время совершенствуются и требуют новых подходов. Как раз такую помощь детям до 18 лет совершенно бесплатно оказывают в аутизм-центрах «Асылмирас». Теперь он есть и в Таразе. Результативность очень хорошая, вот как я уже говорил, программа «Джаспер», по которой направлена на ликвидацию речевых дефицитов, значит, она показывает вот эффективность 80%. То есть 80% детей через 3 месяца вот после занятий по этой программе начинают говорить. Всего аутизм-центр «Асылмирас» работают по 6 программам для детей с различными нарушениями. Их навыки после завершения курса в среднем улучшаются в 2 раза. Благодаря уникальной программе фонда Булата Утимуратова «Аутизм. Мир. Один для всех» уже более 11 тысяч казахстанских детей получили высококвалифицированную помощь. Центр открыли в сотрудничестве с Акиматом Жамбулом области. Глава региона также присутствовал на церемонии открытия. В год здесь могут принимать до 300 детей. Моему сыну скоро 5, но мы пока не разговариваем. Сейчас нам проведут диагностику и решат, в какую группу он пойдет. Мы слышали об эффективности программы здесь. Большое спасибо человеку, который открывает такие центры. Сложно переоценить важность аутизм-центров «Асылмирас» в 10 городах страны. Ведь по последним данным Минздрава, число выявленных случаев аутизма у детей в Казахстане за 7 лет выросло в 5 раз. Асем Караулова, Нурбулат Жолдасбек, Информбюро, Тараз.